Привет всем, вы на канале Фита, с вами Таня. Сегодня расскажу, как применяет василек при цистите. Растения обладают мочегонным, противовоспалительным, патогонным, жаропонижающим, бактерицидным действием. При цистите василек оказывает антибактериальное, противовоспалительное, болеутоляющее действие. Настой краевых долек растения применяется при воспалительных процессах, хронических заболеваниях почек, мочевого пузыря, мочеводящих путей, задержки мочеиспускания, отеках и водянки, как мочегонное, простуде, лихорадке, заболеваниях верхних дыхательных путей, туберкулезе легких, как жаропонижающее, патогонное, заболеваниях печени, желчных путей, желтухи, как желчегонное, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердцебиения, головной боли, нервозности. В виде примочек настойку применяют как бактерицидное средство при конъюнктивите, ячмене. Полоскание с водочной настойкой и отваром 1 к 10 снимает зубную боль. Настой цветовый сок из них принимают внутрь, а также делают компрессы при ранах, трофических язвах, экземах, хроническом фурункулезе и бородавках. При первых же симптомах воспаления мочеточников, заболеваний почек, мочевого пузыря и уретры фитотерапевты рекомендуют настой из травяного сбора листьев толокнянки, можжевельника, цветков василька полевого. Всех ингредиентов нужно взять по 15 грамм и залить 1 столовой ложкой смеси стаканом кипятка, через 20 минут процедить. Рекомендуемая доза 1 столовая ложка трижды в день. Настой. 1 чайную ложку сырья на 1 стакан кипятка. Настоять 2 часа. Процедить перед употреблением. Принимать по четверти стакана 3 раза в день до еды. Противопоказания – это заболевания женской репродуктивной системы, маточные кровотечения, болезненные и продолжительные менструации, индивидуальная непереносимость, беременность, лактация. Василек полевой вы можете найти в нашем магазине Phyto.ua. А с вами была Таня. Надеюсь, мой ролик был вам полезен. Всем пока!